Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений. Я директор сети агентств Viking Touristic. Сейчас мы находимся в Турции. Будем инспектировать отель Кайя Палаза. Ресепшн отеля. Приятный запах. Входишь, ароматизаторы. Какая свежесть. На входе вас встречают с шампанским, фруктами. Дайте выпить. Обалденные колонны. Выглядят они сногсшибательно. Номер 915. Дуплекс Family Suite, двухэтажный. Да, 108 метров квадратных. 108 квадратных метров. Максимальное размещение 4 плюс 2 человека. Здесь душевая кабина. Душ тропический. Поднимемся на второй этаж, посмотрим, что там. Есть такие жалобы, которые выходят сразу на бассейн, это на нижнем этаже. Тоже такой же дизайн. Одна комната, здесь две кровати стоят. У них есть свой санузел. Здесь два санузла на первом этаже и на втором. Точно такой же душ. Вторая комната. Здесь коврик и паркет. Плазменные телевизоры в каждом номере. Есть гардеробная. Еще один санузел, третий получается. Три санузла здесь. Две раковины. Ванна. Джакузи. Здесь есть струи воды. И тоже душ тропический. Здесь у нас французский балкон, вид на территорию и боковой на море. Первый этаж, здесь стоит большой звон. Выход на балкон, на лужайку, она здесь соединена с другими дуплексами. Большая зона. 2112 Superior Room. Это минимальная категория в этом отеле. Да. Размещение тут 2 плюс 1. Максимум 2 плюс 1 человек. 40 метров квадратный. Большая ванна. Тут даже нету стекла в этот раз. Просто дверь раздвижная. Да, дверь закрывается. 2 плюс 2? 2 плюс 1. Душ тропический. Здесь максимум 2 плюс 1 человека, покрытие у нас ламинат, плюс коврик. Есть такой же, который на френч бетом. Диван раскладывается, плазменный телевизор, чайный уголок, балкон большой, вид на территорию отеля и на море. Это вся территория, она компактная. Свимап-свит 12.09. Душевая стойка. Здесь тропический душ. Она небольшая. Первая комната. Большой диван. Выход сразу же здесь на собственный бассейн. Есть чайный уголок. Покрытие ламинат. Вторая большая кровать. Стол, телевизор, вот такой вентилятор, еще одна ванная комната, здесь две раковины, ванна, джакузи, душ тропический, как вода? Мокрая? Вода мокрая, да? Бассейн, травка здесь, трава и вот он ваш балкон.
Вот еще территория, большой бассейн, бар, ресторан, фонтаны. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.